Всем добрый день, с вами канал «Готовим дома», и сегодня у меня вкуснейшая, нежная, тающая во рту выпечка к чаю. Продукты простые, доступные, готовить тоже очень просто. Всего берем по 100 грамм, а в итоге получаем 10 вкуснейших кексиков. Давайте приготовим. Тесто у нас будет очень простое, нам понадобится всех продуктов по 100 грамм. Берем сливочное масло. Сливочное масло можно заменить маргарином. Масло должно быть мягкое, комнатной температуры. Добавляем сахар. Сахара тоже 100 грамм. Сахар с маслом нам нужно слегка взбить. Масса стала более пышной и побелела. Теперь по одному буду вводить сюда яйца. И все это немного взобью. Муку я смешаю с чайной ложкой разрыхлителя. Муки у меня тоже 100 грамм. Муку, смешанную с разрыхлителем, я просею в яично-масляную смесь. Теперь все хорошенечко перемешаю до полного растворения комочков муки. Посмотрите, вот такое по густоте получается тесто. Оно совсем не густое, ну примерно как густая сметана. В самом конце в тесто я добавлю ягоды. Можно использовать свежие, но у меня была замороженная вишня, я ее разморозила и жидкость слила. Можно использовать любую ягоду по вашему вкусу. Можно смородину, в общем, все, что есть, все, что пожелаете. Итак, вишню отправляем в тесто и перемешиваем лопаткой. Форму для кексов нужно подготовить. У меня вот такая в форме сердечек, и я ее слегка смазываю сливочным маслом. Сверху посыплю мукой и лишнюю муку стряхну. Можно также использовать силиконовые формочки или бумажные для одноразового приготовления. Теперь заполняем формочки. Стараемся заполнять их не до конца, потому что кексы у нас еще поднимутся. Тем временем духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Все, отправляю в духовку выпекаться. Время выпекания индивидуально зависит от размера ваших формочек. Среднее время 20 минут. У меня все готово. Выпекались кексики 20 минут. Сейчас они немного остынут и буду вынимать из формы. Посмотрите, когда протыкаете, зубочистка сухая. Из всего количества теста у меня получается 10 вот таких небольших кексиков. Вторая партия у меня запекается в духовке. Давайте я разломлю, покажу, как кексики выглядят внутри. Они очень мягкие, очень вкусные, в меру сладкие, с приятной кислинкой от ягоды. Они нежные и просто тают во рту. Я всем рекомендую попробовать. Приготовьте для своих родных и близких. Я буду очень рада, если вам понравится. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Мне очень приятно читать и осознавать, что рецепты полезны. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А мы с вами уже очень скоро увидимся.